Мы сегодня все, кто выступал в этом зале, и вы, кто присутствовал на этом концерте, обращались внутренне к душе человека, который покинул нашу бренную землю преждевременно. Дима, Дмитрий, я с ним встретился один раз в жизни, общался. Он был другом моего первого педагога, ближайшим. Я постоянно следил за его творчеством, он был впереди меня несколько лет. И для меня он был своеобразным индикатором, что хорошо, что плохо. Это великий мастер с одним из самых красивых темпов современности. Мы, конечно, свое выступление сегодня посвящаем ему, но это конкретный романс. Я хотел бы, чтобы мы как бы помолились. Thank you.